Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 4 мая. Закончились наши вот эти красные праздничные дни. Сегодня у нас дождь, ливень. И наконец-то я нашла время. Меня, короче, дождь загнал домой. Нашла время, чтобы почитать комментарии и ответить на некоторые вопросы. Как вы понимаете, комментариев очень-очень много. Навалилось за все эти дни. Люди сидят дома. Кто-то даже в сад не может выехать, поэтому очень много и сообщений, и вопросов. Я для чего это говорю? Просто поясняю, что на все, естественно, я и прочесть не смогу, и ответить не смогу. Начну с самых последних. Вот вчера про Козулу я снимала видео, что в новую теплицу высаживаю новые сорта. Вот люди тоже пишут, Елена Вилумсон пишет, у меня Козула 24, семена тоже из Латвии, проверила, холодоустойчивые. Потому что я вчера говорила, что я не знаю, как поведут себя новые сорта иностранцы, поэтому я к ним отношусь с осторожностью. Так вот, пишет Елена Егоровна, спасибо за видео, советы, то, что нужно, это про петунию. А я в этом году осталась сама без петунии. Не потому, что она у меня не взошла, а потому, что не нашла время ее посеять. Вот эта ранняя высадка, теплица с подогревом, я начала раньше же все это, и посевы раньше, и высадку раньше, и меня закружил этот водоворот, и все, я петунию не успела даже посеять. Вот про то, что теплица у меня немножко в тени. Многие со мной согласны, что выбор места, вот пишет Любовь Светлова, выбор места удачный, что там, где она стоит не целый день на солнцепёке, иногда даже получается лучший результат, когда немножко она притененная. Вот смотрите, Марина Ловлина написала, сколько нужно сыпать в лунку, подскажите. Это про вчерашнее удобрение. Я просто написала, ну как, сняла, что я вот это удобрение сделала, потому что там все собрано, и макро, и микроэлементы. Но я вам не могу сказать, сколько вам нужно положить в лунку. Я всегда говорю, вот когда купите свое удобрение, и там на каждом удобрении есть инструкция, и там написано не сколько в лунку класть вот этого удобрения, а сколько на квадратный метр. И ваше количество удобрения в лунку будет зависеть от чистоты ваших лунок, сколько лунок у вас будет на квадрате. Вам несложно будет это посчитать, там написано, сколько грамм в столовой ложке, сколько грамм в чайной ложке, сколько нужно на квадратный метр. Поэтому такие вопросы задавать бессмысленно. Я вот в лунку кладу одно количество удобрения, я добавляла по одной столовой ложке. А если бы у вас были луночки редкие, но реже, чем у меня, было бы совсем другое количество. Каждый высчитывает сам. И мой, как моя дозировка, мой рецепт, он подойдет не всем. Это зависит от схемы посадки. Вот Антон Венский, я не знаю, это старое, по-моему, видео прошлогоднее, пишет, какая загущенная посадка, вы их хоть посынкуете? Ну, наверное, не видел ни одного моего видео, иначе он не спросил бы, посынкую я или нет. Как можно вообще вырастить томаты без посынкования, все сорта. Но он, наверное, думает, что я только высажу в грунт и сразу убегаю, уезжаю куда-нибудь отдыхать на море. Посынкую еще как. Вот что не мужчина, вы заметили, что не мужчина, то какой-то негативный. Вот про затирку показывала, как я убираю сорняки, но я считаю, это мое личное дело. Вот какой-то дрон-усик. Уважаемая, у вас с головой все в порядке. Но вот таких людей, которые уже заранее с оскорблениями и заранее с такими негативами, я, конечно, буду убирать. Я не хочу просто... Вот объясняю, что я убираю этих людей не из-за того, что я боюсь, что-то они там мне плохое... Просто я не хочу свое душевное равновесие из-за них терять. У меня сейчас такой период высадки, у меня хорошее настроение. Я всем делюсь с людьми, все рассказываю. Иногда что-нибудь скажешь вот такое, а у вас с головой все в порядке. Там сегодня один комментарий вообще удалила. Ну ты и дура. Ну раз я дура, значит вам здесь не нужно больше ни находиться, ни комментировать меня. Зачем смотреть дураков? Вот просто культурно Надежда Половинкина написала, этот способ не для меня. Я согласна, не всем хочется
на четвереньки садиться, не всем хочется ползать там. Я просто объяснила, что для меня это удобнее, чем вот так вот в наклон и согнувшись, потому что у меня больная спина. Мне на четвереньках самая безопасная, самая удобная поза, спина отдыхает. И тут был комментарий: вам не жалко ноги свои и руки? Но если человек видит, что я так делаю, и говорю, что я так делаю всегда, ну зачем этот вопрос? Вот вопрос странный. Вам не жалко время писать такие вопросы, бессмысленные? Нет, мне не жалко руки и ноги. Что там еще жалко? Ноги. Это гимнастика огородная такая. Вот Шатрова Ирина пишет. Удивляюсь, как можно все не перепутать, у меня так не выходит, хочу знать о загадке природы. О загадке природы в прошлом году, по-моему, есть и видеообзор, и дегустация. А как все не перепутать, я же говорила, у меня все, вот, например, на эту теплицу, на данную, где я вот ползала, нарисована в тетради схема и подписано 1, 2, 3, 4, 5, все сорта. Я открывала тетрадку и показывала. И потом... Я когда открываю тетрадь, захожу в теплицу, я вижу, что пятый с краю, это вот такой-то сорт. Это очень просто. Я схемы пишу уже много-много лет, и никогда не перепутываешь. Вот это вообще удивило. Удивил меня комментарий. Какой-то Александр пишет. Одни удобрения, лапуль. Я каждый год говорю всегда, что я очень мало делаю подкормок, потому что у меня большое количество и рассады, и всего. Вообще иногда год от года... Ну как, год на год не приходится, иногда вообще никаких удобрений не вношу. Тут же пишут одни удобрения. Ну, значит, так смотрят. Как вот есть выражение, промеж глаз попало. Та информация, которую я хочу донести, промеж глаз и промеж ушей попадает и до людей не доходит. Вот про Profit Gold пишет. Страшный препарат, применяется только в открытом грунте. Я не знаю, конечно, где эта информация, ну как... Откуда эта информация берется про страшные препараты? Я вот поэтому и говорю, что я эти сорта иностранные, потому что я не знаю, они откуда, как они будут себя восприимчивы или нет к болезням. Я их именно и обрабатываю, по листу буду обрабатывать в раннем-раннем периоде. У них даже нет еще цветочных кистей. Там попадает, ну, там, наверное, сотая миллиграмма. И до... Употребление плодов пройдет полгода. Считайте, май, июнь, июль, август, сентябрь. Ну, 5 месяцев, около полгода. Я думаю, что там ничего не останется нигде, ни в растениях, ни в земле. Но я еще раз прочитаю про этот препарат. Но вообще, если он допущен к торговле, и он рекомендован для применения на частных приусадебных участках, ну, про медь тоже пишут. Страшный препарат, это, как сказать... Яд для людей, отрава для людей. Все же зависит от того, как мы применяем, не злоупотребляем ли мы. Я думаю, что однократное применение в ранней стадии на рассаде никакого вреда мне не принесет, тем более растениям. Но спорить не буду, надо посмотреть побольше информации. Я никогда не слышала. Я вообще всегда считаю, что если продается в магазине препарат, если он допущен, он же проходит какие-то испытания, то значит мы можем его применять. Но опять же, как? Будем мы злоупотреблять или нет? Это, конечно, каждый думает сам. Вот. Про замачивание семян арбузов. Я уж думала, ну что может быть сложного в такой информации? Пишут, вы плохо информируете. Как и в чем замачиваете? Сколько нужно держать? Как же можно подписаться на такую информацию ни о чем? Ну, во-первых, как и в чем замачиваете? Замачивать можно и в воде, и в любых стимулирующих препаратах. Это знают все. Сколько нужно держать? Смотря какие семена. До проклевывания. Если у вас проклюнулись на третий день, высаживайте на третий. Если они у вас проклюнулись на третий день, я думаю, вы не совсем не в себе, чтобы держать их еще 10 дней после этого. Показался росток, сразу высаживаем. Ну, если вам эта информация, конечно, не нужна, я тоже этого зрителя убираю, потому что неадекватные комментарии читать под самыми простыми видеороликами сейчас не хочется вообще. Так это... Вот Ирина Чекалина пишет, что вот про Козулу хочет поменяться все. И как попасть на почту, чтобы заказать семена, сразу говорю вам, Ирина, и всем, что...
Летом ни с какими, ни почту не читаю, ни с семенами не работаю. Я летом все лето в огороде от зари до зари. Только в конце июля будет информация и в начале августа. Потому что я как цыплят по осени считаю, так и я. Пока у меня не будет в руках реальных семян, вот они, семена уже выросли, я никаких разговоров о семенах даже не веду, потому что считаю это нецелесообразным. Зачем говорить о семенах, которых у меня еще нет? Вот так выразилась. Вот Надежда Щетинкина спрашивает, 45 это от края лунки. Короче, 45 от корня до корня, от растения до растения. Так... Вы знаете, вот много, Ирина вот Заблудская пишет, много про листья и про огурцах, и про томатов. Всякие-всякие, вот у кого-то закручиваются вниз, у кого-то закручиваются вверх, у кого-то каемки желтеют. Я всем хочу посоветовать, есть таблица недостатка питательных веществ и таблица заболеваний растений. Прям набирайте в Яндексе и смотрите, там... Каждый случай с фото листьями. Вы посмотрите, на что похож ваш лист, и там с описанием, или это заболевание, или это недостаток питания. Смотрите, как можно определить заочно? Вот у вас лист, например, начинает. Может быть, это паутинный клещ, может быть, это недостаток каких-то элементов. Короче, когда посмотрите таблицу, и вы там увидите, на что похож ваш лист. Или на это, или на это. И вы определите, вряд ли кто-то заочно, вот там тоже про баклажаны, что желтеют листья, написала одна зрительница, и ей много-много вариантов прислали. Кто-то сказал, что может кислотность почвы не так, кто-то сказал, что паутинный клещ, кто-то сказал, что может быть перелив политом. И это все может быть действительно одной единственной причиной. Просто нужно вот открывать, кто не знает, например, что с ним. У вас с этим, с баклажаном или с огурцом, открывать таблицу и сидеть, внимательно смотреть. Вот описание, почему лист делается так, почему лист делается так. А скорее всего, может быть, это и почва неподходящая, и паутинный клещ совместно. В первую очередь, конечно, все почти делают обработку от насекомых, чтобы исключить наличие вот этих насекомых, которые высасывают соки, и лист корёбится у нас, корёжит его. А потом уже, когда вы сделаете обработку, если следующие листья тоже будут продолжать видоизменяться, значит, у вас уже каких-то не хватает или питания, или полива, что-то в этом роде. Вот Елена Живаго пишет, не слышали про сорт красавица колледжа, слышала, что какой-то шикарный. Но тут ей отвечают, что Ольга Нарышкина выращивает сорт, семена продает. Я, если честно, не слышала. Вот про эти опять. Важно ли удалять коронный цветок? Кто-то пишет конкретно, вот только удалять все. Почему вы не удаляете? У вас в развилке этот перчина. А вот, не знаю, зритель или зрительница по имени, не могу узнать. Что сажаем на даче болгарский перец, никогда ничего не обламываем и не пасынкуем. Каждый год большой урожай. Семена собираем свои. До первого мороза. Я вот тоже там дальше еще опять про перец такой же вопрос. Убираю ли я листья? Я по наличию времени. Если хватает времени, общипываю листья нижние до развилки. Иногда не общипываю, иногда ничего не убираю. И это все, конечно, зависит от сорта. Вот эти карликовые, низкорослые сорта, я вообще ничего с ними не делаю. Вот он растет и растет. Сколько даст, столько даст. Ну вот тут... Сергей Лунин пишет, что у нас все цветет, у них цветет. И что если будет 2-5 градусов по ночам, то не стоит тревожиться. Ничего помидорам не сделается. Проверено практическим опытом на протяжении многих лет. Но у меня вот эти вот, которые без укрытия стоят, тоже я хочу их пока не закрывать. Зоя Калугина спрашивает, что такое витаминный коктейль? Скажите состав для тупых. Повторите, пожалуйста. Вы знаете, витаминный коктейль это... В магазине продается. Состав я, конечно, не помню на память. Сейчас постараюсь, у меня где-то рядом. Сейчас подождите, сбегаю. Еле нашла. Витаминный коктейль я вот имею в виду. Как показать-то сейчас, я не знаю. Сейчас подождите, я поставлю. И... Имею в виду вот такие вот
пачки, которые покупаем в магазине. Вот это у меня осталось, которым я ни разу купила, ни разу не применяла в прошлом году. Тут только железо, когда хлороз, и всякие-всякие вот эти микроэлементы. А я в прошлом году, которым применяла, там смесь 10, ну тут одно железо, а там вот 10 разных, и еще вот эти все. Ну, короче, вот это я называю как витаминная смесь. Тут написано, что обогащение микроэлементами, профилактика и лечение, короче. Я, конечно, железо больше не буду брать, потому что он не очень удобный, одно железо. А вот когда 10 всяких разных, мне кажется, он лучше. Опрыскивание растений один раз в 2 недели в период вегетации. Все. До полного исчезновения признаков болезни. Вот этот витаминный коктейль, знаете, в каких случаях удобен? Опять же, вот вернемся, если назад, когда пишут, что у нас лист то вот такой видоизменяется, меняет цвет и форму. После обработки насекомыми, если человек не может определить, какого не хватает микроэлемента, вот я тоже иногда не вдаюсь в подробности, чего ему не хватает. Просто делаю опрыскивание вот этими всякими, ну как вот так называемым витаминным коктейлем. Но это, конечно, не витаминный коктейль в полном смысле слова. Тут набор микроэлементов, но для них это витаминки. И один из этих микроэлементов обязательно был причиной, вот, скорее всего, изменения вот формы цвета листа. Короче, когда 10 микроэлементов попадают на растение, обычно все эти признаки заболевания, они пропадают. Какой-нибудь да пригодится. Ну и пригодятся, конечно, и все остальные. Так, вот про семена. Ну, это я там напишу отдельно, что еще раз скажу, что я сейчас даже семенами, если честно, нет времени заниматься. Вот обмены. Обмен, конечно, я, ну как на бычье сердце поменяюсь, но это все на будущий год, это все только осенью. Сейчас даже о семенах некогда. Так, вот Ольга пишет, что будут за томаты, с нетерпением ждем. А я-то с каким нетерпением жду? Сиротку жалко, она такая грустная. Это та козула, которая без пары, наверное. Я так думаю, не знаю, какая сиротка. Так. Вот про удобрения, про это... как она, ОВА, что ли. Много лет пользуюсь удобрением, кладу везде, очень хорошее, советую. И вот про синие ссылки. Тут кто-то пишет, самый раскрученный, что мне попался. Я даже не поняла, о чем, но вот эта синяя живая ссылка, я, к сожалению, их все удаляю, потому что сейчас очень много случаев, когда выкладывают ссылки, люди по ним проходят, и там попадаются, короче, в какие-то нехорошие ситуации. Все. Так, это про перчики. Вот Галина Карпачева написала, очень много слов и мало информации. Но я в таких случаях всем вам советую, ну не нравится, ну развернулась молча и ушла. Потому что все равно от вашего комментария ничего не изменится. Это видео было снято еще 2 или 3 года назад про главные ошибки при выращивании петунии. То, что вы вот этот, как не очень приятный комментарий мне написали, вам, если от этого легче стало, я не знаю. Мне вот, например, все равно, что вы написали мало информации, много слов. Уже ничего не изменить, уже видеоролик размещен на канале. Все, ничего уже не изменится. Такой он есть, такой он и есть. Так, когда я сказала, что про козулок буду хорошо за ними ухаживать, пишут, да вы за всеми томатами хорошо ухаживаете. Нет, это не так. У меня же есть по принципу посадил и забыл. Некоторые я высаживаю в начале лета и прихожу к ним только осенью. Вообще, если честно, 1 или 2 полива за лето. Но это те, которые позволяют так с собой обращаться. Козулок я, конечно, не брошу на произвол судьбы. Вот пишет Инга, что высадили, было всего 3 градуса, в ужасе были, пришли, нет, помидорки стоят. Но вот нас сегодня 3 градуса ожидает.
Вот пишут: здравствуйте, можно ли пикировать рассаду томатов, готовый грунт для рассады? Ну а куда деваться, если у вас нет своего приготовленного как грунта, вам поневоле придется пикировать в грунт, готовый для рассады, купленный. Конечно, можно. Вот тут про козу диалог возник. Пишет, что за сорт, первый раз слышу. Ирина Горшкова пишет, это сорта польской селекции Анны Янковски. Потом дальше про это же, что это фамилия селекционера, который вывел эти сорта, пишет Лариса Воронова. А Александра пишет, что если совсем точно, то это псевдоним коллекционера. А что интересно обозначает это слово «козула» в переводе на наш? Правда, что ли, козочка или нет? Вот про это ползание на коленках все. Хорошо, Оксана Гураш пишет. Хорошо, не будет артроза коленных суставов. А кто уже сделал операцию, тот будет только смотреть, радоваться. Ну, это точно. Вот Анна Генрих пишет. Нашла в интернете страницу с сортами козулы. Оказалось, что один сорт я посадила первый год под номером 179. Буду стараться вырастить. Так. Обязательно нужны форточки. Ну, у меня форточки есть, да. Мне нравится ваша теплица, и пусть дорого. Ой, как мне-то нравится. Вчера форточки прорезали боковые, двери все прорезали, форточки эти огромные. Можно наполовину дверь открыть, можно полностью открыть. Боковые все открыли, там было жарко, я высаживала. Все равно легче вот с этими со всеми форточками. Она получается, дырки с четырех сторон, все проветривается. Так. Ну вот про это удобрение опять пишут, что хорошее удобрение. Ну, как говорится, если люди отзывы пишут хорошие, значит, оно действительно хорошее. Никто не написал, что плохое. Так вот, как вытаскивать из черных ячеек огурцы. Вытаскиваются они очень хорошо. Так, это... Вот про перцы все опять. Марина пишет, вы пасынки на перцы не удаляете или еще не успели? И еще все сорта перца садите по два. Я пасынки на перцы уже отвечала. Когда-то я их иногда удаляю. Иногда просто не удаляю из-за нехватки времени. И, ну, почему-то мне кажется, что сильно там никакой большой разницы нет. Конечно, есть правила формирования перцев. Если у меня будет время, я потом расскажу, как, что удалять надо, чтобы получить ранний урожай, но не очень много. Их будет перчин мало, но они будут быстро. Что надо удалять, чтобы получить богатый урожай? То есть их будет много, но немножко попозже он будет, потому что уже такого раннего созревания не будет, потому что куст будет увешан перчинами. И это, конечно, очень разные все способы формирования, а те, которые метровые, и больше, есть же 1,20 м перец в высоту, те вообще рекомендуют формировать в два ствола и по определенной схеме. Очень часто эта схема даже на пачках схематически указана. У меня в прошлом году есть очень много видеороликов о формировании перцев. Три, по-моему, вида формирования, ну все разные, которые мы применяем. И если кому-то интересно, можете порыться в прошлогодних видеороликах, потому что нынче из-за того, что добавилась вот эта теплица с подогревом ранее, у меня уже там такие заботы, которые у людей летом, они уже все разрослись, посынковать надо очень часто, и поливаю из-за этой жары. Что-то я нынче очень занята. Вот перед посадкой можно почву подкормить гумми. Это вот все еще идут видео про рассаду. Вот про баклажаны, когда спросили, нужно ли дополнительное опыление, завяжется ли. Ляна Никулина сказала, что цветам баклажана нужно яркое освещение. Если листья затеняют цветы, то зависть может сброситься. Вот кому интересно, почитайте вот этот комментарий, кто баклажанами интересуется. Про околышки я рассказывала, как втыкаю. А тут зритель один или зрительница, не знаю, пишет, что второй день хожу, эти колья вытаскивают предыдущих хозяев. Ну, что-то они бросили все колья, что ли, в прошлом году даже не вытащили, убежали. Про лук. После посадки лука, если земля сухая, можно поливать воду? Конечно, можно, потому что в сухой земле лук будет очень долго всходить. Ему нужна именно влага.
и плохие луковицы, мелкие и некачественные, получаются именно из-за сухой земли. В первый период времени, вот первый месяц, должен быть полив регулярный. Это только потом ему нужна сухая земля. А именно вот когда всходит, когда будет наращивать зеленую массу, поливать обязательно нужно. Вот Марина Шинко пишет. Знакомые дали замоченные семена арбузов, которые пролежали в воде 10 дней и не проросли, что делать? Ну, конечно, немножко подождать, дней 5, не больше. Но если 15 дней они пролежали и не взошли, это уже значит семена старые, не всхожие, может быть, недозрелые. Больше там уже ждать нечего. Расковырните одно семечко и посмотрите, есть ли там зеленый вообще вот проблеск зеленого ростка. Если все внутреннее вот это зернышко, зародыш, весь белый однородно, нет зелени на кончике, значит там ждать нечего. За 10 дней уже должен был он проснуться, и вот этот немножко как зеленоватый цвет должен был показаться. Ну вот, я вот про этот опять, про лист баклажановый, что баклажаны, начиная с нижних листьев, желтеют постепенно, вянут, осыпаются, и тут... Все люди разные версии предлагают, что и паутинный клещ, и кислотность почвы. Я как раз вот про это вам и говорила, что тут, скорее всего, вероятно, клещ. Ну, вот я и говорю, что люди действуют по такой схеме. Сначала нужно обработать от насекомых вредителей. Если вы потом увидите, что ситуация не улучшается, то тут в ход может пойти версия и о кислотности почвы. Может быть, вы еще не сказали, ну-ка, я там не посмотрела, температурный режим указан, нет, где-то. Может быть, еще, они же теплолюбивые, может быть, из-за ранней высадки. Я вот когда рано высаживала в марте баклажаны, нижние два листика пожелтели. Потом уже, дальше они начали образовывать новые листья уже в теплом температурном режиме, желтеть не стали. Я уже поняла, что это не клещи, это не почва плохая, это просто им было очень холодно. Вот в первый период, я когда высадила, у них вот так стресс появился, пожелтели два нижних листа. Дальше все прекрасно. Листья зеленые, толстые, такие ворсистые, лохматые, зацвели уже. Значит, и грунт хороший. И никаких клещуков там нет, потому что следующие листья, ну вот, вы поняли, что может быть много. Вот уже мы сейчас на сколько уже три причины вам назвали, по которой могут желтеть листья. Вот про баклажан опять. Пасынки, нижние листья у баклажанов удаляете. Я, когда есть время, и когда я начинаю как формировать все как надо, то да, я нижние листики... И пасынки стараюсь до первой развилки удалить, чтобы он был тоже как пальмочкой. А дальше уже там обычно и некогда, и я уже больше ничего не удаляю. Но иногда бывает, что упустишь и низ не удалишь. Ну, бывает всякое, это все зависит от года. Год на год не приходится. Но в этом году хочу начать все-таки формировать по-хорошему, как следует. Насколько меня хватит, я не знаю. У нас в прошлом году было такое жаркое лето, что я и бросила формирование, и бросила все, и перцев, и баклажанов. У меня все силы были направлены на полив. Я один день полностью поливала один участок, другой день второй участок. Пока я до конца огорода доходила, первый участок уже пересыхал, я снова начинала там. А так как у нас везде закоулки, технические проходы, там нет никаких капельных поливов и нет возможности, не утыкаешь весь огород этими бочками для капельного полива. Все это шланги, все это таскание, все это вручную, все это очень трудоемко, проблематично. И мне, если честно, было в прошлом году не до формирования ни перцев, ни баклажанов. Но вот что выросло в том году, то и выросло. А вообще, конечно, лучше бы удалять лишнее, формировать. Тогда и кустик покрасивее, и растению самому легче, чтобы не выкармливать лишние пасынки. Так, Эльвира Светлова пишет. Ну вот, Ольга, видите, и летом прошлого года солнце, ни одного пасмурного дня. И в этом году весна до 30 градусов. А вы Сибирь, Сибирь. Зима у вас снежная и морозная, это правда, а лето сухое и жаркое. Но это я бы не сказала, что у нас лето всегда сухое и жаркое. Я не буду, короче, все это читать. Пишут, что у них не было солнца, не видели ни одного дня.
Так. Сибирь как бренд холода очень популярен, но годится только для иностранцев. Но это неправда. Вы знаете, вот сейчас у нас, да, теплая погода, жаркие, но все говорят, даже вот синоптики говорят, что аномальная жара в Сибири, значит, это для нас необычно. Это незаурядное явление в прошлом году и в этом году. Просто немножко климат сбился, поменялся. Вообще до этого, я помню, 3 года назад, 4 года назад было лето, когда был дождь и был такой холод, что мы даже верхнюю одежду, вот как ветровки или там какие-то свитера, не снимали. Так что по этим двум годам вы тоже не можете судить о том, что у нас уже Сибирь вроде бы как и не Сибирь. Мы, конечно, рады, что у нас два жарких лета выдалось, но это аномально, аномалия. И все говорят, аномально жаркая погода установилась в Сибири. Это значит, что это из ряда вон выходящее редкое явление. Я вот это не поняла. Покажите, пожалуйста, бочку сзади теплицы. Мужу говорю, вот так мне надо, он не понимает. Ну, эти бочки, наверное, от капельного полива. Я в прошлом году, когда рассказывала, как у нас установлен капельный полив, там показано все очень подробно. Я не знаю теперь, про какую бочку, позади какой теплицы. Теплиц же несколько, вы имеете в виду. В прошлом году капельный полив все подробно рассказывала, как установлены бочки, как, куда, что мы подцепляли. Смотрите, пожалуйста, прошлогодний год. Ну, видео прошлого года. Так. Ну, вот опять Ирина Моргунова пишет. Смотрю перцы, вижу, что вы оставляете перчик в первой развилке. Все идут споры, оставлять ли его. Нет, ваше мнение. Так я как раз в следующем видео и высказала свое мнение. Вот видите, тут пишут некоторые, что однозначно удалять. А кто-то пишет, что мы не удаляем. Поэтому можете делать, как хотите. На каком расстоянии высаживать монгольского карлика? Монгольский карлик. Да, вот правильно. У меня несколько в прошлом году роликов, видеообзоров про монгольского карлика. В рамках этого видеоролика я не могу вам подробно рассказывать. Но он меньше, чем... Ему нужно, короче, одному 1,5 квадратных метра примерно. Так что раскиньте... Так как он вверх не растет, а расползается по сторонам, примерно по 50 сантиметров в каждую сторону он занимает. Но опять же, везде по-разному. Я его высаживала на заваленку, на притепличную. И получилось так, что он с этой заваленки просто вот так вот свои плети, как у него, спускались вниз. Ну, как бы такой способ выращивания, как в кашпо, только он был на заваленке. Там было места мало, там ему на самой земле не хватило, и он так вниз расползся. И под бочкой капельного полива, я его тоже показывала в прошлом году, там тоже примерно метр на метр, метр один квадратный. И в центре я посадила этого монгольского карлика, и он звездой разошелся во все стороны. Ему там тоже места хватило. Короче, смотрите сами, но ему нужно очень много, ему нужно дать возможность для маневра расползтись. Вот это я не поняла, когда по две в лунку ведете каждый томат, два ствола, получается 4 ствола подвязываете на одном колушке с теплицей. Опыта с теплицей нет, первый год буду садить, ответьте, пожалуйста. Тут вы смотрите на свое усмотрение. Я уже рассказывала и в этом году говорила, что я вот ботяню, например, оставляю два ствола, лидирующий пасынок, основной ствол. На этих двух стволах основной я оставляю до конца, а который пасынок, после двух кистей я прищипываю. То есть оставляются только две нижние крупные кисти, а потом идет один ствол. Если не сильно облиственный томат, вы можете вести и каждый по два ствола, если у него нет больших листьев. Я в этом году уже говорила, что насадила вот сорта, которые мне неизвестны, и боюсь нарваться на томат-гигант. Потому что есть томаты-гиганты, у которых огромные листья, у которых такие здоровые стволы, и они сами по себе похожи на жирующие, но это у них просто такое строение. Вот в прошлом году клубничное дерево,
я посадила, оно действительно как дерево. Вот его уже сложно в два ствола вести. Поэтому я его в этом году даже в теплицу не стала высаживать, высадила на улице. Там они все равно поскромнее себя ведут. Вам нужно смотреть в зависимости от сорта. Вот батяне, он не сильно разрастается. Он скромненький, у него плоды большие, но облиственность не очень большая. Листья, их и немного, они не очень густые, не мясистые, не жирные. Его я оставляю в два ствола. А про штраух говорила в том году, тоже в теплице. Там я вообще оставляю даже 3 и 4 могу оставить вот этих стебля. И все привязываю к одному колу. И он получается висит как гроздья винограда. Вот этот кол просто весь улепленный вот этими. Про формирование вам надо смотреть видео прошлого года, летние. Сейчас у меня просто нет возможности вам объяснять вот это все подробности, все что и как делать. Все это давно уже зафиксировано в видеороликах о формировании разных сортов. И все это в теплице показано. Смотрите, вот вам даже ссылку даю. Вот пишут, я плоскорезом убираю. Но плоскорезом это взрыхливается земля, а мне не нужно, чтобы земля взрыхливалась. Я люблю дорожки, чтобы вот такие были, как притоптаны. Вынимаю колышки так же, как втыкаю. Но иногда осенью приходится вынимать их, это просить помощь. Вот когда, знаете, когда осенью влажный такой, ну как, дождь идет, влажная погода, колышки вынимаются очень-очень быстро. А когда засушливо и жарко, то колышки там иногда бывает, это, как сказать, ну, всыхают в землю. Вот тогда приходится прибегать к помощи мужчин. Прошу или мужа, или сына. Вот. Спину, колени вам не жалко? Ну, они же мои собственные. Мне никто не может за них предъявить какие-то претензии. Вот спину как раз жалко, поэтому на четвереньках и работаю. Вообще интересные люди. Если я так делаю, если я так обрабатываю, ну, значит, мне не доставляет это никаких каких-то ни проблем, ничего. Делаю так всю жизнь на протяжении многих лет. Ну и, слава богу, пока еще не отпало желание. Ну, значит, не жалко, наверное. Слово «не жалко» я вообще здесь не понимаю, как жалко и не жалко. А вам себя не жалко? Вы продукты из магазина, наверное, покупаете, кушаете, фабричные. Вот это точно жалко людей, которые едят колбасу, хлеб, там какие-то консервы, из чего они состоят. Мне вот себя в этом случае жалко, потому что мы поставлены в такие условия, что приходится кушать неизвестно что. А вот про это вот что. Затемнить можно только небольшие сорняки, если они уже выросли, без тяпки никак. Но я в теплице, если честно, я не позволяю вырастать большим сорнякам в помидорный, например. Я же туда хожу каждый день, и я что, буду равнодушно смотреть, что сорняки растут, 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 а я все хожу и смотрю на них. Конечно, я их быстренько затру, как только они появились. Это намного проще, чем потом с большими бороться. У больших там и корни, и все. Так. Никогда не сажаю огурцы в теплицу раньше 10 мая. Ну, у нас как раз так и будет. Вот что делать, если земля в стакане плесневеет? Я хотела снять отдельное видео, но я сейчас в двух словах скажу, что у меня в позапрошлом году есть видео. Лучшее средство от плесени и в лотке, и в стакане, это, конечно, присыпать или золой припудрить, или зола наполовину с этим, с древесным углем толченым, вот на котором шашлыки мы жарим, или прокаленный песок. Песок промываете, прокаливаете. Я раньше на сковородке просто прожариваю его, чтобы он был стерильным. И сверху тонким слоем присыпать, никакой плесени у вас не будет, потому что на песке, вот на этом стерильном, не возникает никогда плесени. Даже если вы будете поливать, песок, он быстро верхний слой просыхает, и все будет хорошо. Так, на этом я закончу, потому что времени уже очень-очень много. Желаю всем удачи. Мы сегодня из-за дождя, из-за будущих прогнозов на сегодняшнюю ночь 3 градуса,
все высадки прекратили. Сейчас пойдем. Катя мне будет помогать. Будем в теплице довысаживать вот там иностранцев. У нас, когда дождь, мы идем в теплицу. Когда тепло, выходим на улицу. Работы хватает. Нужно за май все отсадиться, потому что высадить 2000 кустов – это не 200. Это очень длительный процесс и продолжительный. Там одна сортировка, только найти нужный сорт – это полдня ищем в этой в куче. Каша-малаша разрослась, и я теперь уже не могу знать, где какой сорт. У меня тут раз спрашивают, покажите, как вот это выглядит. Я объясняю, да для того, чтобы показать, все перелопатить эти стаканчики, лоточки, это мне надо полдня искать, где этот сорт. Я же не знаю, они же все вперемешку. Так что показать сейчас никому ничего не могу. Все, до свидания.